Я не хочу говорить ничего лишнего, но просто я кое-что понял, то что я очень практичный человек, и если я не вижу результата, или даже хотя бы не понимаю его, я не могу заниматься делом. Вот я занимаюсь спортом, да, мне как бы это легко, потому что я вижу, ну, я понимаю плюсы, преимущества, что мне это даст. А вот то, что я сейчас записываю видео или пытаюсь вести свой блог, и я понимаю то, что сейчас я не могу не купить рекламу, чтобы была какая-то аудитория, не делать качественный контент, потому что у меня нет, ну, ни оборудования, ни достаточно времени. Ну, может, это отмазки, но пока что, короче, не очень получается. И я думаю, это оставить на время до 18 лет, когда я уже освобожусь от тети. И когда уже сам могу себе закупить оборудование и все такое. И вот тогда уже буду заниматься серьезно. А пока все, я лучше поищу какое-нибудь другое дело и буду заниматься чем-то другим.